приглашаю вас прогуляться со мной по осеннему ирландскому лесу. Я выехала погулять, взяла с собой ведро, а вот чего-нибудь да найду. Пока вижу только поганки, но я думаю, что это поганки, их очень много. Я такие грибы не знаю, поэтому не беру. А что растет вообще в этом лесу? А растет много чего. Волнушки растут, сыроежки растут, лисички встречаются. Из жареных грибов белые маслята. Буду сегодня брать, скорее всего, все подряд. Потому что не знаю, грибов в этом году не так много в лесу, поэтому выбирать не приходится. Так, это у нас что? Это у нас поганки. Не самый лучший день для сбора грибов, потому что идет дождь. Но зато и в лесу никого не встретишь. Таких умников, как я, немного найдется гулять под дождем. Посмотрите, спрятался. Спрятался, его никто и не заметил. Ой, задело его. Большой. Так, смотрим, может, еще что найдем. Так, это у нас что? Это у нас поганка. Так, смотрим вокруг. Может, еще чего-нибудь да спряталось. Так, пошли волнушки. Собираю волнушек здесь. Начался их сезон. Так, вон там маслята. Не знаю еще в каком состоянии. Так, это я хорошо в лес погулять вышла. Удачно. Это я все продолжаю резать. На одном квадратном метре сыроежки, волнушки, подберезовик и маслята. Во как! Все вместе. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с этими маслятами. Кажется, они уже старенькие. Да. Червивый. Мне кажется, тоже. Нет, этот хороший. Так, масленок идет мне в ведерко. Так. Большие, скорее всего, червивые маслята. Да, червивый. Съели его до меня. Кто-то пропустил, кто собирал. Да, кстати, еще беру. А, говорила уже, что беру. Путники. Скажите мне, как путник называется по-научному? Мы их называли раньше путника. О, это не путник. Что я такое говорю? Это рыжик червивый. Червивый рыжик. Дождик меня смутил. Чуть путник с рыжиком не попутала. Спустилась сюда за путником. Хочу показать, что такое за путник. Такой гриб. Гриб. Грибок. Ой, опять не путник. Это рыжик, да что ж такое-то сегодня? Это рыжик, он у меня уже не первый. И все время все червивые рыжики. Эх, не везет мне с рыжиками в этом году. Путник я вам все-таки покажу, если встречу его наконец. Но он похож на рыжика, только серый. Только серый, его тоже солить надо. Ой. Вот смотрите. Нашла путничок, правда маленький. Вот так он выглядит. Вот как он молочко дает, когда его срезаешь. Очень вкусный, соленый. Белый еще нашла один. Сегодня как-то больше по соленым грибам в этом лесу. Продолжаю резать волнушки. Красавчики. Много волнушек сегодня. Они в банке так красиво будут соленые смотреться. Так. А дождь все сильнее и сильнее. Я уже мокрая.
меня уже куртка на плечах протекла. Грузди пошли. Крепкие такие, но уже червивые. Два нашла. Вот. В принципе, этот можно взять. Но я пока возьму его. Вдруг еще найду, но их долго мочить надо. Их жалко. Первый раз, кстати, грузди нашла в Ирландии. Ну, я нашла. Они, скорее всего, есть, просто мне не попадались. Какая тут красивая паутина. Я лишь решила сделать отворотку. Пойти не тем путем, которым хожу обычно. Потому что здесь более сыро. Может, тут какие-нибудь грибочки. Я обычно сюда не захожу. Тут болотина какая-то. Ой, топка. Топка. Ну, есть что-нибудь тут? Нет, только красивый лес. Даже поганок нет. Так, ладно, выхожу обратно. Какая смешная парочка. Он и она. Даже меня не боятся. Ой, да здесь разные породы. Вон там с черной головой. Видите? Вон там. Стоит, смотрит. Ладно, паситесь. Пойду я грибы искать. Перебегаю из одного лесочка в другой. Дождик все усиливается. Видите, как свободно тут барашки гуляют. Вон они. Так. Давай, беги. Я уже подхожу. Давай, готовься убегать. Ну, правильно. Давай подальше. Я так настороженно смотрит. Да не бойтесь. Я по этим травяным кочкам не пойду к вам. И такие мухоморы тоже растут в этом лесу. Да я шучу. Иду по аллее фей. Старенькая уже здесь, почти ничего не осталось. Домики фей на деревьях. А грибы кончились. Ну, потому что здесь, скорее всего, каштаны растут. Под каштанами грибы не особо, чтобы так прям росли. Сколько тут боярышника. И никто ж его не собирает. И у меня ничего нет с собой. Есть мешок на ведре, но он мне нужен, иначе он все грибы зальет дождь. Ой, жалко. Хоть завтра иди сюда собирай. Но идти далеко. Я, кстати, в том лесочке ничего не нашла. Иду еще в один лес. Третий лесочек на сегодня. Но сомневаюсь, что я здесь что-то найду, потому что подстилка, видите, какая? Земляная, травяная. Все, наверное, я выйду к машине. В принципе, хвастаться сегодня особо нечем. Соленые грибы пошли. Соленые пошли, значит, они будут. Тем более, сейчас вот дождик пройдет. Я, может быть, сегодня вечером или завтра съезжу еще в один лесок. Посмотрю, что там есть. Потому что вареных грибов совсем мало. Да вообще нет. Белых там пару штук, да. Подберезовиков две штуки. Так, ну что, куда? Наверх или вниз? Давайте вниз. Мне там больше нравится. Ой! Ой-ой-ой. Так,
Но до машины осталось немного. Грибы были только там. Ой, какой здесь сильный дождь начался. Все, бегу уже к машине. Итак, мой небогатый урожай. Волнушки. Много очень сыроежек. Белых 3 штуки. Один грусть, но я его, скорее всего, выкину, потому что его вымачивать долго надо. Подберезовик. Немного грибов. Жалко. Так, ладно. Домой едем.